молитвой нашей, не просто пением. Давайте сейчас споем псалом, который я сегодня вспомнил несколько раз во время проповеди. «Боже, да будет воля Твоя». Пусть эта песня, эти слова не будет еще одной заключительной песни. Друзья, давайте петь и молиться. Давайте говорить это от всего сердца. «Боже, да будет воля Твоя». Если воля Твоя для меня сейчас покаяние, я готов покаяться. Если воля Твоя для меня крещение, я готов принять крещение. Если воля Твоя делать то, что еще не делается в церкви, для того, чтобы дело Твое создалось, Твоим сосудом сделай меня. Очисти меня, освети меня, сделай меня способным быть настоящим Твоим сосудом, инструментом в Твоих руках, который чистый, способный для употребления, чтобы исполнил волю, перестроил волю мою, отказался от моей воли, и перед Тобой с верой встаю. Давайте встанем для пения. Дорогие друзья, перед последним куплетом я хочу пригласить, если вы желаете, выразить посвящение Богу в открытой молитве. Это прекрасно, мы поддержим вас в молитве. Или благодарность Богу. И это время также для покаяния. Если вы желаете покаяться перед Богом, возможно, Дух Святой давно стучал в ваше сердце, у вас открыты глаза, вы видите свое погибающее состояние. Вы хотите на самом деле быть не только служителем, если вы служите, но вы хотите быть спасенным человеком. Вы хотите испытать милость Божию в своей жизни. Вы хотите получить возрождение свое, духа свое возрождение перед Богом. Сейчас время для покаяния. Во время последнего куплета вы можете пройти вперед, если желаете помолиться молитвой покаяния, молитвой посвящения или молитвой благодарности. Давайте вместе петь. Боже, да будет.